19 декабря в областном дворце культуры «Пролетарка» было шумно и весело. Более 170 девчонок и мальчишек из малообеспеченных тверских семей стали гостями благотворительной новогодней елки, организованной депутатом законодательного собрания Лилией Корниенко при поддержке администрации Пролетарского района. Сегодня в областном дворце культуры «Пролетарка» порядка 170 детей. Для них всех будут сделаны подарки и сладкие в виде игрушек. Дети, я думаю, останутся довольны такому празднику. Администрация района, конечно же, в свою очередь также будет проводить мероприятие, будет проводиться мероприятие для наших общественных организаций, для жителей нашего Пролетарского района. Это будет мероприятие в ДДМе. Лилия Корниенко – депутат с огромным стажем. И с самого начала этой работы дети всегда были одним из ее приоритетов. Так, на реализацию программы «Дети – наше будущее» на Волжском пекаре, возглавляемом Корниенко, ежегодно из бюджета предприятия выделяется более 2 миллионов рублей. И одна из самых приятных статей этих расходов – организация новогодних мероприятий, детского конкурса «Юный кондитер», проходящего в январе, и депутатских новогодних елок. Это действительно все делается. Делается на уровне президента нашей страны, на уровне губернатора, на уровне депутата всех уровней, руководителей. А для чего мы это делаем? Конечно, мы делаем прежде всего для людей. А люди – это детки. Это сначала дети, потом мы уже вкладываем в них, мы должны в них вложить силу, энергию, душу, чтобы они дальше продолжали жизнь. Самая большая награда от этой работы взрослых – детские счастливые глаза и улыбки на их лицах. За детей были рады и их родители. Мы очень рады, конечно. Очень интересная елка. Я думаю, что дочка, вот я смотрела, она там и плясала, и пела песни, ей тоже понравилось. Игры, песни, танцы, встречи Деда Мороза и Снегурочки, а в завершении, конечно же, подарки. Девочкам – куклы, мальчикам – конструкторы. И самые вкусные новинки от волжского пекаря. Для этих детей Новый год уже наступил. И пусть он будет таким же радостным и счастливым, как этот праздник.